Всем привет! Покажу сегодня способ упаковки растений для отправки почтой, почтовой службой любой. Упаковки растений, чтобы без вот горшков. То есть, во-первых, это очень удобно, потому что горшок, он занимает объем, место. Вот, даже особенно вот если взять вот такие плошки. Вот, плошка, надо показать как-то так. Вот, то они занимают очень много места. Вот это вот все товарищи будут уезжать у меня сегодня. Поэтому вот плошечка, допустим, да. Что мы делаем? Так, мы берем, подготовим себе сейчас какой-то поднос, чтобы сильно не пачкаться. Вот, смотрите, вот у меня есть такой поднос. Так, товарищи, отодвигайтесь. Достаем мы это растение из горшка полностью. Вот оно пошло расти. Кстати, уже цвести будет скоро, да? Да, будет цвести. Так, вот, достаем его из горшка. Аккуратненько снимаем лишнюю землю. Вот, которая нам не нужна. Вот так вот мы ее сняли. Так, дальше что мы делаем? Мы ее дальше ставим в полиэтиленовый кулечек. Вот берем такой кулечек обычный, да? И вот эту земельку мы так вот ставим сюда, корневую нашу всю. А само растение у нас остается наружу. Ну, это эстетично, и чтобы земля не вываливалась. То есть вот мы вот так вот это все сейчас, так, только чтобы не поломать ее аккуратненько. Она очень хрупкая. Это у нас компанулы. Вот, вот так вот мы это делаем. То есть, вот мы... Так, ну, конечно, будет грязь, но не страшно. Вот, смотрите, вот мы ее запаковали. А дальше мы будем ее просто заворачивать в туалетную бумагу. Можем здесь... Я, наверное, это все-таки вот так вот завяжу, вот так, чтобы оно не развязалось. Вот. Вот, смотрите. Вот такая вот у нас красота. Поедет к подружке моей. Вот. Вот, кстати, это она меня и научила таким способом передавать цветы, которые занимают много места, объема, что просто взять вот так вот корневую, очистить, да, и все. И мы потом уже... Так, дальше мы все это заворачиваем, естественно, в какую-то туалетную, ну, в туалетную бумагу, в любую бумагу. У меня очень много туалетной бумаги, потому что у нас фиалочники очень любят все это паковать в туалетную бумагу. А зачем же ее выбрасывать? Мы же можем ее еще потом раз использовать, правильно? Поэтому мы сейчас вот эти вот товарищи тоже запакуем аккуратно. Я покажу это на примере одного, а потом уже, когда все запакую, я покажу вам, как я потом это все буду укладывать в коробочку. То есть вот так вот. Сейчас у нас не холодно, поэтому ничего страшного не будет. Сильно паковать не надо. Берем аккуратненько, потом готовим коробочку вот так вот аккуратно. Главное, чтобы земляной ком. То есть у нас получилось вместо горшка вот этого вот огромного, да, вот смотрите, вот большой горшок, да, вот такой плошечка вместо плошки. У нас получилась вот такая вот штучка. Мы ее аккуратненько потом положим. Так, вот это у нас один товарищ. Сейчас еще одного запакую. Ну вот, допустим, вот этот цветущий. Тут не очень много. Так, ну давайте, да, еще запакуем для примера. А остальных мы уже пакуем. Я пакую сама, а по итогу покажу, как оно будет выглядеть. Вот, так что такие вот дела. Тоже то же самое делаем, ту же процедуру. Аккуратненько достаем из горшка. Я прям светилечком и отдам его. Струхиваем ненужную земельку, которая нам не нужна, земляной ком. Вот, лишний. Компанулы очень любят пить. Водохлёпы очень сильные. Вот, и вот так же то же самое. Я вот так вот же это все дело делаю. Тоже все вот в этот кулечек. Так. И кулечек, а потом газетка. Или можно газетка, можно туалетная бумага. Все что угодно можно. Какую бумагу вам удобно, такую пакуйте. Потому что
Туалетная бумага чем хороша? Тем, что она мягенькая, и она не травмирует растения. Вот. Вот такие вот у нас получились две упаковочки, но у меня их тут будет больше, конечно. Я сейчас еще вот так, наверное, сделаю здесь, потому что все-таки цветочки тут, чтобы не помялись. Жалко. С ней ничего не будет. Она не... В чем прикол такой транспортировки? Именно то, что, во-первых, мы уменьшаем объем доставки, так? И плюс мы еще... Что мы делаем? Мы... Смотрите, вот видите, как получили две такие штучки. Мы не травмируем само растение. Само растение, оно будет отлично... переживет дорогу. Вот. Так что вот так вот. Хорошо, сейчас я доделаю и потом покажу вам, что получилось. Ну вот, вместо 8 горшков получились вот такие комочки. Все упаковано. Все вот так вот. Правда, большой у меня коробочка, меньше я не могла найти. Но у меня есть вот такие штучки для того, чтобы мы это все уплотним, и растения не будут там прыгать, елозиться. То есть вот такими вот кулечками я заложу, как воздушную прослоечку. Вот. И все. И растения у нас доедут великолепно. Вот так вот это все я вот так вот сделаю. Вот. И все. Подружка будет встречать скоро у меня. Вот, что-то еще найду какой-то кулечек. А. Вот еще есть штука. Видите? Все. Получилось. Я закрыла плотно. Теперь вот это мы все закрываем. И отправляем. Вот новый способ упаковки растений для отправки почтой. Все. Без земли, без горшков. На этом пока. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Пока-пока. До новых встреч.